Абхазию посетили особенные гости. 6 сентября прошла уникальная экскурсия на озеро Рица для детей с ограниченными возможностями, инвалидов-колясочников и их родителей из российского города Новосибирска. Мероприятие организовано президентом благотворительного фонда «Рука помощи» в Новосибирске Сергеем Зайковым при содействии МВД Республики Абхазии Абхазского фонда «Рука помощи». В рамках благотворительной поездки ребята отдыхают в эвкалиптовой роще. Еще будут наслаждаться ласковым солнцем Абхазии, душевным теплом окружающих. Ведь добро безгранично, несмотря на все жизненные сложности. Благотворительный фонд опекает этих детей на протяжении 7 лет, проводит для них летние лагеря на природе в Новосибирской области, помогает в приобретении колясок и медикаментов. Эта же поездка в Абхазию была первым путешествием за пределы своего края для таких особенных детей. Мы будем рады принять юных гостей, их родителей и на будущий год. А дети, еще не забыв теплого моря, уже планируют вновь вернуться в Абхазию. Хотим сказать большое спасибо за посещение Рисовского заповедника, озера Рица, всех тех красивых мест вот, от лица нас, организаторов, от лица всех мам, детей. Большое спасибо директору благотворительного фонда «Рука помощи» Филиппову Вячеславу и также министру МВД Абхазии Роберту Витальевичу Киут. Большое вам спасибо за эту возможность побывать здесь вот, от всех нас. Спасибо!